Вы просили, мы рассказываем. Итак, друзья, первое, что нужно помнить, кондиционер и маска – это два совершенно разных продукта. Кондиционер в своем слове condition, происходящий от английского, означает баланс и зум. Что же он балансирует? Он балансирует кислотно-щелочной баланс в волосах. Он подготавливает волосы для того, чтобы работала маска. Либо он балансирует pH и закрывает кутикулу, таким образом сохраняя все жизненно важные для волоса микроэлементы, которые попадают туда, конечно же, через маску. Поэтому маска и кондиционер – это не два самозаменяемых продукта. Они обязательно должны работать вместе. А вот следующий вопрос – это когда использовать кондиционер, а когда использовать маску? Как их сочетать между собой? Первым мы будем всегда использовать Moisture Milk. Moisture Milk – это специальный вид кондиционера, белковая основа без полимерных добавок. Такой кондиционер всегда мы будем использовать перед маской. А вот после маски мы можем использовать кондиционер Silk. Он будет всегда после маски. В чем между ними разница? Если Moisture Milk у нас белковая основа и его pH более высокий для того, чтобы напитать и ухаживать за волосами, то Silk кондиционер, его основа более кислая, его среда pH ниже, чем шампунь, ниже, чем маска иногда даже может быть. Поэтому такой кондиционер всегда будет после маски. А вот, например, бетаиновый кондиционер, он может наноситься перед маской и может наноситься после маски. Почему? Потому что его уровень кислотности очень близок к уровню кислотности ухаживающих и восстанавливающих масок. Поэтому такой кондиционер мы можем наносить до маски и после маски. А если есть такая необходимость или вам больше нравится, то вы можете нанести его дважды. Один раз до маски, а второй раз после. Конечно же, несмываемые уходы тоже нужно наносить на волосы. Не забывайте о том, что несмываемый уход закрывает и завершает все ухаживающие процессы в волосах. Хочу заострить внимание, если часто использовать маску без кондиционера, что произойдет? В маске есть большое количество белков. Если волосы перенасыщать белками и не закислять, то волосы станут более сухими и более хрупкими. Поэтому обязательно используйте кондиционер, даже если ваш мастер по какой-то причине не дал вам кондиционер.